Друзья, приветствую вас на моем канале. Хочу я сегодня поделиться с вами, как я приготовлю соус. Соус я буду готовить по-своему. Если кому-то понравится, как я его приготовлю, приготовьте вы тоже. Я готовлю в течение многих лет, и никто не жаловался. Получается очень вкусно. Давайте приступим, друзья. Итак, что нам понадобится для этого? Я предварительно уже кастрюльку. Так, кастрюльку я нагреваю. Налью я внутрь оливковое масло. Так, как? Ну, как бы на глаз. Я сейчас посмотрю. Три. Ну, ложки четыре. Ложки четыре, да, хватит. Как бы прикроем дно, друзья, у кастрюльки. Нет, не видно, да. Ну, в общем, что я буду делать? Я сейчас буду нарезать лучок. Так, лук нарезали. Взяла головку лука и взяла два зубчика чеснока. Друзья, это все вместе я буду... Все буду вместе я забрасывать в кастрюльку. И чеснок, и лучок. Буду это все дело я обжаривать. Так. Это все дело обжарим. Так, взяла я столько томатной пасты. Это не паста, друзья, это помидоры порезанные. И взяла и вот такое количество мяса. Ну, где-то грамм 300, наверное. Буду готовить я, как обычно, на 2 человека эта порция. И, ну, эта порция мне, наверное, на 2 дня. Да, взяла картошку и 2 моркови. Моркови я сейчас буду натирать на терочке. Потому что кольцами у меня не любят. Вы приготовьте как хотите. Кто будет готовить, хотите колечками, хотите натрите. Лучок слегка обжарили. Слегка золотистой корочки. Так, друзья, теперь что мы будем делать? Забросим мы морковь. Натерли морковь. И порежьте квадратиками, кубиками, как вы любите. Мы любим морковь натертую в обеде. Так. Дальше. Все это дело я обжарю немножечко, как бы совмещу вместе и добавлю помидоры. На такое количество мяса я взяла, друзья, такое количество картошки. Эту картошку я сейчас буду... Буду нарезать на четвертиночки. Вот. Картошки небольшие, маленькие. Поэтому я думаю, что этого вот так достаточно, друзья. Я буду нарезать. Так. Продвигаемся вперед. Картошечку нарезала вот такими вот. Я как бы ломтиками. Это все дело будет ждать пока. Пока мы будем. Так. Пока мы будем что делать, друзья? Давайте я вам покажу. Ой, как пар. Вот так. Зажарила я лучок с морковочкой. Сейчас я вылью вот это все внутрь, как бы томатик. Можем мы туда внутрь бросить щепоточку сахара, друзья. Сахарок. Ну, как бы вот слегка. Ну, пол столовой, пол чайной ложечки, друзья. Так. Как бы погасить наши томаты. Ну, чтобы не давала тяжесть на желудок, как бы, друзья. Да, так, как бы так сказать. Так, все это. Немножко, чтобы было вам как-то видно. Ну, не видно. Ну, в общем, рассказываю, друзья. Сейчас мы потушим помидорчики хорошо. И продвигаться будем дальше. Такая вот у меня получается зажарочка, друзья. Так, взяла я
Давайте я тоже соль сразу посыплю туда. Взяла я 3 лавровых листочка, паприку, черный перчик. И у меня тут есть такие приправы. Я уже говорила, я добавляю во все обеды и салаты. Такая здесь, наверное, мята, перчик, семена перца даже есть, друзья. Это будем заправлять внутрь уже под конец готовки, друзья. Так. Все это дело тушим. И сейчас я буду сюда добавлять поочередно мясо, друзья. У меня везде морковка раскидана. Так, тушим. И потом продвинемся дальше. Зажарочка наша уже готовая. Лук, чеснок, морковка и томаты, друзья. Сейчас все это дело будем мы забрасывать внутрь мяса. И мясо будем тушить вместе с этим нашим, как бы, заправкой, соусной заправкой, да, как бы сказать. Ну вот, друзья, взяла я вот таких вот, сколько у меня тут, 7 больших кусков мяса. Все это дело сейчас вместе снова все перемешаем. Все будем это все дело хорошенечко перемешивать. Как-то вниз поставлю, чтобы было видно вам. Это все дело вот так. Видите, друзья, все вместе. И сейчас все это вместе будем мы тушить. Пока мясо не побелеет. Друзья, получается такой вкусный соус. Ой, друзья, посмотрите, да, кто-то сейчас заметит, скажет, была одета в тулупе. И сейчас уже переоделась. Знаете, друзья, жарко. Жарко, знаете как? Вышла, оделась, тепло. И пока готовлю здесь, а на улице так жарко сегодня, такая погода хорошая, друзья, прям аж душа радуется. И вот потихоньку разделась. И надела передничек, как любят мои девочки. А то когда холодно, передник на куртку теплую, как-то передник некрасиво одевать и неудобно, да. И вы знаете, разделась я, друзья, и вот одела передничек, чтобы мои девочки не писали мне, не делали мне замечания, что без я передничка, друзья. Ну, я аккуратно, не брызгаю, поэтому у меня нету проблем, чтобы я была в переднике. Ну, как бы, обед готовим, надо передничек одевать. Ну, в общем, друзья, ой, простите, не о передничке, а о моем обеде. Вот, как бы далеко. Так неудобно, ну, я такая, пристроечки я, друзья. Что-то горло у меня, фарингит начался. Пристроечки я в моей летней кухне сегодня. Жарко, не стала я соус готовить дома, потому что, ну, запах идет прям до самых спален. Поэтому не каждый обед я хочу дома готовить. Такой обед хочу бы приготовить я в летней кухне своей. И тем более погода нам сегодня благоволит, да, друзья, да. В общем, будем сегодня такой чудный мы обедик готовить. Ну, приготовим наверняка и покажу вам. Или по делу... А, сейчас я это все зажарю, друзья, хорошенечко. Потушу вместе с морковкой, луком, чесноком и морковью и помидорами. Ну, мясо. И буду добавлять картошку, друзья. Так, картошечка уже приготовленная у меня. Я думаю, мне этого достаточно. Ну, дома мы двое человек, у нас дети все разъехались, детей дома нету. Кто-то где-то работает, кто-то где-то учится. Друзья, имею 4 детей. Но в доме в данный момент мы вдвоем с мужем, потому что дети все в разных городах. Ну, не об этом. Итак, мои хорошие, потушили мы, как покажу вам. Все это дело перемешаем. Мясо наше внутри потушилось. Как же это все? Прям так хочется вам показать, но как-то места нет. Видите, друзья? Ну, не знаю. Наверное, видно вам. Так, друзья, теперь что мы будем дальше делать? Теперь будем мы засыпать внутрь картошку.
Всю эту картошку я помещу в мою кастрюльку. Итак, друзья, все это дело хорошенечко перемешиваем. А, вот так немножко видно. Все это дело вот так. Я вам сейчас камеру посмотрю, смогу взять, чтобы не уронить, показать, друзья. Вот как-то так. Вот, посмотрите. Вот такое блюдо у меня будет. Ты не знаешь? Так, подождите, друзья. Попробую поставить по-другому я. Камера. Может, так будет лучше видно. Хочется все-таки, чтобы вам было доступно видно. Все равно не видно. Ну, в общем, вот так, друзья. Ну, что я буду мучиться и вас мучить тоже. Вот. Мясо с картошкой, это все дело перемешиваем. Зажаркой лучок, чесночок, морковь и помидоры. И получается такая красота, 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 друзья. Видите? Вот как-то так. Так, все. Идите на место. Я сейчас буду наливать кипяток и буду, друзья, пар как бы. Поэтому я вас снова убрала подальше. Так, друзья, крышечку поставим сюда. Что-то у меня как фаренгит. Не понимаю, что. Итак, друзья, что делать? Кипяточек я уже приготовила. Будем заливать внутрь кипяток. И все это дело мы будем вместе варить до готовности. Так, друзья. Ой-ой-ой, зажарочка вылетела. Так, друзья. Вот так. Вот, видите как? Вот такой вот. Сегодня чудесный обедик у нас будет. Девочки, знаете, как вкусно? Очень вкусно. Да. Не думайте, что я как бы обманываю. Нет, нет, друзья. И в этот обед сразу мы забросим и лавровый листочек, 3 лавровых листочка я взяла, паприку, черный перчик, ну и мою вот такую чудную зелень, друзья. Еще к этой зелени я, ждите, я добавила урц. Вот, смотрите, посмотрите, какой чудный обед у нас будет, друзья. Видите, картошечка, большие куски мяса. И я еще урц положила сюда немножечко, армянский урц. Тоже придает обеду изумительный вкус. Видите, друзья? Вот, сейчас это все дело мы сварим и будем наслаждаться, друзья. Вот. Картошечка сварится, мясо сварится. Добавим еще потом в конце петрушечки. И наш обед будет готов, друзья. Вот, поделилась я сегодня с вами таким обедом. Кому дала какую-то идею, друзья, как приготовить? Давайте я с вами немножко покажусь. Да, приготовить такой обед. Готовьте, друзья. Очень вкусно, сытый, насыщенный обед. Картошечка, большие кусочки мяса. Вот, убегает кругленький. Вот видите, друзья. Да. Вот как-то так. Поделилась я сегодня с вами таким обедом. Готовьте, ешьте, наслаждайтесь, друзья. Ой, друзья, друзья мои дорогие. Говорю, а мысли летят вперед меня. Красота, теплота, друзья. Может быть, выйдем немножко, пускай у меня тут варится это дело. Выйдем немножко с вами на улицу.
Чуть-чуть покажу я вам погоду сегодня. Погоду нашу. Друзья, посмотрите, какая красота. Какая красота, красота. Видите, как? Все зелено здесь. Ой, там ванна у меня. Там мы сняли ванну, выбросили. Не хотела выбросить, думаю, воду буду наливать летом, чтобы поливать. Я вчера здесь так почистила хорошо. Буду здесь делать, друзья, вот так. Буду делать я здесь как бы газон. Травку уже больше не буду убирать. Все ровно у меня здесь. Может быть, дополню, насыплю еще травку сюда. Вот как-то вот так вот, друзья. Так. И буду делать здесь как бы газончик, да, друзья. Ну-ка, пойдемте посмотрим еще там, что у нас творится. Вот, видите, как зеленеет травка. Как красиво, друзья. Видите, как? Ага. Цветет у меня. Идемте, я вам покажу. Растет у меня вот такое деревце, друзья. Давайте пока покажу. Вот так. Вот так, да. Кто-то написал мне из девочек, говорит, что это хурма, друзья. Японская хурма. Ах, уже листочки. Вот видите, листочки дает. Ага, цветочки дал сначала, потом цветут у меня уже тут, и собачки начинают цвести. Вот, друзья, видите, как такая вот погода у нас сегодня. Видите, как красиво, как все зеленеет. Я тут розочки насадила, у меня и розочки тут уже, розочки тоже уже у меня принялись. Я золу вот посыпала, полила вчера. Ну, надеюсь, розочки все примутся. Где тут у меня? Да, на этом участке я посадила. Вот, друзья, такая погода сегодня у нас. Красота. Красотища. А, друзья, ну вот, пойдемте заглянем в наш обед. Что там делается? Что-то так показывает очень. Ой, солнышко. Итак, друзья, пришли мы снова к нашему обеду. Я думаю, я буду заканчивать свое видео, друзья. Показала я вам, как приготовить соус. Зажарки делаем, потом добавляем мясо. Мясо тушим, добавляем картошки. И все это, приправы. И все это дело будем мы готовить до готовности, друзья. Несложно, я думаю. Все это дело. Везде накапано, как обычно. Так, ладно, друзья. Огород я вам мой показала. Обед я вам мой показала. И можно мне с вами попрощаться, друзья. Давайте, друзья. Будем готовить, кушать, наслаждаться. Готовьте и вы. Всем пока-пока. До нового видео. Всем удачи, друзья. Мирного неба. Всем всего хорошего. Пока-пока.